Я ввела фамилию, имя, отчество и дату рождения. И вот он сейчас появится. Вот он мой прадедушка, у которого 3 ордена Красной Звезды. Мирослава с трепетом и гордостью смотрит на прадедушку. В галерее «Дорога памяти» она узнала, что он был 3 награжден орденом Красной Звезды. Бабушка рассказывала, что он был очень умный, добрый, и я на него была похожа. Этот уникальный проект объединил всех, кто участвовал в Великой Отечественной войне. Каждая семья вносила данные о своем герое. Теперь потомки победителей могут увидеть их здесь, в галерее «Дорога памяти», которая располагается в музейном комплексе главного храма вооруженных сил. Протяженность галереи символична – 1418 шагов. Ровно столько дней отделяло советских солдат от Дня Победы. Поразили эти шаги. То, что как была блокада Ленинграда, как отстаивали Севастополь. Все это было показано и как будто было в реале. Экскурсия в музейный комплекс – это подарок самым активным участникам творческих конкурсов от Общественного совета при управлении МВД России по Одинцовскому округу. 10 ребят не только прошли дорогой памяти, но и смогли найти в галерее своих прадедов. Мне очень понравилось. Здесь очень интересно, увлекательно. Различные фрагменты из документальных фильмов представлены. Это память, и мы должны помнить. Память о подвиге советских солдат хранится теперь и в главном храме вооруженных сил. Он построен в честь победы над фашизмом. В диаметр центрального купола зашифрованы цифры 1945. Здесь много символов. Об этом ребятам рассказал экскурсовод комплекса. Такие мероприятия очень важны и значимы. Они укрепляют патриотический дух, прививают любовь к родине. Мы надеемся, что данная экскурсия очень понравилась детям, и у них останутся приятные, теплые воспоминания об этой поездке. Экскурсия длилась почти 2 часа. Ребята подолгу задерживались в залах галереи, изучая артефакты, документы и военную хронику. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».